Я вижу видение. Послушайте, вижу четкое видение. Оно идет как сон. Как сон, который вот как отпечаток раз с твоих глаз, брошенный сюда в зеркало. Я вижу женщину из твоих снов, Стефа. У нее большие голубые глаза. Да, на самом деле я ее видела. Ее большие глаза. Голубые глаза были. Она мертва. Подожди, это связь, это родное вам. Секунду, закрой глазки. Ребенок видит смерть вашей матери. Это как присутствие рядом со смертным одром. Значит... Пахнет лекарством, такой плотью угасающей. Возможно, это рак. У него есть такой запах, сладковатый и гнилостный. Мама умерла от рака. У него даже печени не было. Съел буквально за 3 месяца. А почему ребенок, почему Стефания находилась рядом в тот момент, в момент ее смерти? Маме уже кололи вот эти вот обезболивающие. Нам посоветовали прочистить кровь. И в тот день я была на работе. Олег, он со Стешей пришел. Он говорит, мама, отпущусь, говорит, с медиками я к вам приду. И когда уже возвращается с медиком, уже все, мама мертвая. Это буквально минуты. Подожди, а ребенок был там? Да. Вот. Она к тому моменту уже была крещеной? Нет. Очень часто детки, которые не крещенные, могут подвязать к себе духа. В момент смерти человека душа покидает тело. И она ищет, куда ей податься. Возможно, дух покойной бабушки не ушел в мир иной, а поселился к беззащитному ребенку. Це просто не укладається у голові. Неуже маленька Стефанія постійно знаходиться на межі життя і смерті через те, що дух бабусі живиться її силами? Дело в том, что у детей до 7 лет биополе очень слабые. Их защита – это энергетика мамы и папы. Потому, когда родителей нет рядом, ребенок очень уязвим, если с ним соприкасается потусторонняя сила. А бабушку ты видишь во сне? Меня кто-то гладил за руку во сне. Мне очень было страшно. Я проснулась и посередине ночи и вижу бабушку. Подожди, Ален, но здесь бабушка, она умерла намного раньше, получается. Это 7-8 лет назад, да? Мамы нету 8 лет, да. Это не оно. Бабуся померла, коли онуці був лише рік. А небезпечні випадки із Стефанією почали відбуватися значно пізніше. Бабушка ее хочет предупредить. Она оберегает ее, ты понимаешь? Складывалось впечатление, что она знает истинную причину внучкиной проблемы. Но какая-то сила мешает ей говорить. Але что это за сила? И чому живая зі світу цей Янгуля? Я сделала сейчас расклад. Мне карты сейчас показывают какую-то комнату. Она как закрытая. И в ней какая-то тайна. Вот здесь есть какое-то у вас помещение или какая-то кладовая на чердаке, что-то такое, может, в подвале. То, что, чем вы не пользуетесь. Подвала однозначно нет, но вроде бы вот все комнаты мы живем. Да. В основном вот у комната. Нас съемная квартира, мы всю жизнь на съемных квартирах. З'ясувалося, багатодітна сім'я вже котрий рік чекає на отримання власного житла. Та місцева влада надавати помешкання не квапиться. Тож поки що родина винаймає квартири. У цій живе близько року. Получалось, що приступ у Стеши случился після того, як сім'я переїхала жити в цю квартиру. А Рубіня прийшло видіння про якусь тайну кімнату. Ми подумали, що причину нужно искать именно в помещенні. Юль, витягни карту мені. Хочу почувствовать, що це зв'язано. Женщина-хозяйка. И она связана с дьяволом. Хочу вот пойти в дом. Я чувствую, что-то связано с хозяйкой здесь. С магией, с колдовством. Пойдемте, пожалуйста. А подождите, подождите. Собака там есть у вас? Да. И кошка есть? Да. А собаку закрыли? Да. А, и как она хочет к вам. Да. Я прям чувствую, как собака хочет, понимаешь? Она удивительно. Говорит, у вас собака. Вы ее, говорит, где-то закрыли, она очень к вам хочет. Вот как? Собаку не слышно. Ладно бы она там гавкала. Она сидит молча там, как партизан. Вы в этой комнате находитесь? Получается, я с детьми, да.
А вот эта комната? Вы не чувствуете в той комнате, как периодически проносящийся какой-то запах, как ветерок с погреба, да? Даже буквально вчера. Ну, вообще какой-то непонятный запах. Вчера, именно там. Да. Я вымыла вчера полы, хлорка, как обычно, собака, кошка. И Арсений меня зовет, говорит, мам, пойдем, говорит, послушай, как воняет, говорит. Затхлый запах, вот гниль вот такой вот затхлый. Я извиняюсь, это запах преисподней. Ты посмотри. Ален, выпала карта «Женщина». Женщина связана с магией. И именно магия черная, что-то связано с дьяволом. Скажи мне, пожалуйста, ты занимаешься магией? Неймовірно. Невже мати Стефанії Юлія має якийсь стосунок до чорної магії? Нет. Нет, мама у нас никогда не делала такого. Я боюсь этого. Випадає по картам, по розкладу, хозяйка занимается магией. Здесь проводились какие-то обряды, ритуалы. З'ясувалося, що в цій квартирі раніше і справді жила дивна квартиранка. Про її здібності знало все місто. Весь поворот. Я лично очень красивая, беленькая, красивая, молодая. Что, как она выглядела? Я бы в жизни не сказала, что она может привороты и завороты. Меня вот усмутило, тут каждое стекло разбито. Вот эти кресты на дверях, они мне вообще, честно говоря, я оторопела. На дверях, она же когда начала привороживать. Это здесь? Да. Висіли і лапи курині, і ще щось, і хвости, все це зав'язано. Ми поперелякувались. В этой квартире она жила? Да. Они пожили тут буквально, может, месяца 3-4 и уехали в Россию. Черт знает, что эта женщина могла использовать в своих черных ритуалах. Тут в квартире могла быть и кладбищенская земля, и вещи с покойников, и черепа. Причем квартирантка-то уехала, а мертвая энергетика этих вещей осталась. И вполне возможно, именно она влияет на ребенка. Может, это все-таки эта ведьма? Себя вытряхнула и умотала отсюда. Я хочу посмотреть, может быть, кто-то к ней обращался или кто-то что-то знает. Нам нужны люди. Чутки про приїзд екстрасенсів розійшлися швидко. На дворі зібрався цілий натовп людей. Саме до них і прямують ясновидці. Скажите, пожалуйста, вот эта женщина, которая магией занималась, кто ее знал? Вы ее знали? Застала ее дочку и сына своего застала на полу. Они заснули. Я ухватила все это лохмотье, отнесла им эти же Надежде. Я говорю, Надежда, да что это такое? Ей 14 лет, она уже спит с взрослыми пацанами. Потом ты скажешь, что ее изнасиловали. Она говорит, у твоих будут неприятности еще и какие. Тебе выпадает гроб. И потом мой муж буквально через два это убили. И потом у моих двоих старших начались неприятности. Сын, который гулял вот с ее Ленкой, он пьет, не высыхает. А потому что припоенный. Припоенный. Потому что магия. По разговору с людьми я поняла, что ведьма была действительно сильна. Но грамотные ведьмы свои самые серьезные ритуалы у всех на виду не проводят. Обычно они имеют какое-то укромное место. У нее есть комната, она приточила в ки. Мой сын рассказывал, она туда никого не пускает, в эту комнату. Комната замурованная, полностью замурованная, и в той комнате живут... Это нечисть. Она с нечистью в одну руку. Почему она и работает по черной магии? Получается, что странная комната, которую я видела в видении, это то место, где ведьма проводила ритуалы. В ней какая-то тайна в этой комнате. Но находится эта комната не в Юлиной квартире, а в каком-то другом доме, далеко отсюда. А здесь смертельной концентрации негатива нет. С нашей девочкой, со Стефанией, оно никак не связано. Рубина права, основная причина не здесь. Глубже надо копать. Ты помнишь, я в начале тебе расследования вот сегодня говорила, что я видела мальчика темненького, с кудрявыми волосами. Этот мальчик протягивает ручки, а в ладошках у него пламя. Он говорит мне, поиграем? Он зовет и зовет меня, как тянет меня в другое место, в другой дом. Мальчик говорит про пожар. И дом? Где Гарь? Расскажите, где Гарь? Дом. В квартире. Юлії важко про це говорити, але ми дізналися, що у попередній їхній квартирі і справді сталася страшна пожежа. Там розкатка, там что-то не то. А ми можемо туди поїхати? Можемо. Пойдемте, да.
Рубина, пойдемте. А детки, Стешенька, посидите здесь, хорошо? Чоловік Юлії після роботи також приїхав на місце, де раніше проживала родина. Здравствуйте, як вас зовут? Олег. Давайте пройдемо, тому що нас сюди тянет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ви здесь живете? Да. А як вас зовут? Меня Юра зовут. Можна я пройду? Цей чоловік – власник квартири. Зараз робить тут ремонт. Схоже, він упізнав екстрасенсів, бо навіть нічого не питає і без зайвих слів упускає ясновидець до квартири. Та щойно вони переступили поріг, просто шокували усіх присутніх своїми видіннями.